Журнал «Грация» продолжает баловать и удивлять своих читательниц. На этот раз глянцевый еженедельник пригласил всех желающих в торговый центр «Неглинная галерея» на арт-вечеринку. Поболтать о моде и искусстве с экспертами захотело немало столичных девушек. В программе были лекции о моде и искусстве от редактора журнала «Грация», экскурсии по выставке современного искусства, скидки и подарки в магазинах для всех участников праздника. Ведущим мероприятия стал Виджей Сэм. По традиции, «Грация» подарила прекрасным девушкам настоящий праздник красоты. На протяжении всего вечера работали бьюти-студии, в которых можно было сделать макияж, маникюр, укладку и даже временную татуировку.